только что пробежал? Да. А кликнуть его? Не надо. Если что-то изменится, он нам скажет. Вернемся в Кан и все забудем. Волка, что дальше? Командир Рурк? Эту частоту не занимать. Но, сэр, мы слышим шум с северо-запада. Ситуация под контролем. Повторяю, частоту не занимать. Рурк, связь закончил. Ларец, Уион и Майявы. Лару Крофт видели в церкви. Найти их! Они оставили ее одну в церкви? Там был полный бардак. Разумеется. Но это же Крофт. У нас были проблемы поважнее. Где ты? Я на тростниковом поле. Меня не видят. Не высовывайся. Я уже иду. Тростниковое поле. Всем бойцам. Задача номер один. Найти Лару Крофт. Вы слышали, командира. Вперед, на охоту. Крофт, я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Бежим, бежим, бежим!
6, мы видим Крофт. Она у завода. Отряд Дьякон задела. Дьяконы на месте, командир. Найдем ее. В порядке? Ничего, нормально. Ладно. Иона! Боже. Готов? О, да. Порядок, я сам. И о чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. Двигатель запустился. Переключаю управление.
Всего одна попытка. Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингесата, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где ларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку. Но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но, полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо. Thank you.
Будь осторожен. И ты, птенчик. Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении – это шанс для противника. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1-0-5. Еще вертолет. Тринити их отстреливает. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Они будут нападать со всех сторон! Любой недочет в построении — это шанс для противника! Рядом.
Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана.
Осталось чуть-чуть. Мульту меняка! Благодарю, Кукулькан, за дар возрождения! Мы все готовы принять твою силу! С тобой? Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь! Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет. Нет. Никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы. Вместе. Один. Меня окружили, патронов больше! Пожалуйста, нет! Дай! Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Yeah.
Трет тьма мир, что мы знали ранее. Дорастают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Твою власть и силу! Для тебя, Магнум, Эдемер! Для тебя!
не должна нам помешать. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Уничтожь того, кто захочет уничтожить твою власть и силу! На планете Солнце и уничтожит тьма мир, который мы знаем. Найди ее! Она не должна нам помешать! Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Мешает мне изменить мир. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Thank you.
не победишь Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Я считал, что ты умнее. Позволил тебе жить? Больше не позволю. Позволил тебе жить? Больше не позволю. Я считал, что ты умнее. Я должен защищать, пойдите, а не ты!
если хочешь. Вулкан только придаст мне сил. Что ты умнее. Можно мне глянуть? Конечно.
Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила, что бы ты сделала? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... Один ягуара! Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Пап! Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мам. ...помочь мне с исследованием... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Ах, да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Унурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Куакьяку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эбби отправимся на побережье.
Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен.